Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня очередной ролик по Majestic RP 7 сервачок. И сегодня в видео я вам покажу открытие кейсов. Наверное, самое лучшее открытие кейсов. Ну а при начале ролика, как всегда, всем желаю приятного аппетита. Я всем желаю приятного просмотра. Но мы погнали к ролику. И да, если ты хочешь с нами также играть на сервере, на любом сервере Majestic, то вводи при регистрации мой промокод Хаман или в самой игре слэш промо Хаман, который даст тебе платинум VIP на 7 дней и виртуальную валюту. Ну а мы погнали к видео. Так, ну что, покупаем, давайте, 2 штучки, пока мисс. По одному будем открывать, посмотрим, насколько нам повезет, а может не повезет, кто знает. 50, да, 50 тысяч, ну, такое себе, честно говоря, рассчитывал, конечно, я больше, чем это. Ну ладно, еще есть деньги, еще будем пробовать. И да, что это, ботиночки, ну хорошо бы тут мерсик, ну ладно, давайте, наверное, отложим сначала, смотрим дальше. Дальше у нас будет что? Правильно, дальше у нас будет открытие по одному кейсику, давайте. Потому что мало ли у них хорошая тачка и смысл тратить еще маджесики, лучше оставим их на пропуск. Ну да, в принципе 7 тысяч тоже неплохо. Не этого, конечно, я ожидал за 500 маджесиков получить, но... Что получили, то получили. Так, дальше. То есть овес прилетает, второй овес прилетает, выпадает у меня 5-7 тысяч. То есть я, грубо говоря, 100 тысяч потратил на 14 тысяч. Нормально, чё. Так. Так. Давай что-нибудь интересное. Не, ну третий раз 7 тысяч, как бы такое себе, нет? Что-то должно быть больше, чем 7 тысяч. Ладно, поехали. Что будет дальше? 5 тысяч прилетает, 150, ну, хоть футболка. А не, если не ошибаюсь, там по 100 с копейками тысяч она стоит, то можно их продать. Отложим их. Но сколько кейс отрывал я, и вот сами видите, да? Сколько кейс отрываю, все по 7 тысяч падает. Упало 2 одежды и 7 тысяч. Ну что это? Нет, это нет, это вот машинки, блин. Вообще офигенно, сейчас можно ее ляму за 40 продать. Бэха вообще это, блядь, просто конфетка. Ламба, да. Вот я бы себе взял бы этот хаммер еще, конечно, потому что у меня есть 6x6, а вот 4x4 хаммера нету. Ну, больше я хочу бэху, чем хаммер. А тут что, овесы? Овесы тоже неплохо, можно их продать другим игрокам за хорошие суммы. В принципе, что? Отрывать, не отрывать... Блин, очень много хорошего, типа скидки тоже очень хорошая сумма, но, все же рассчитывают на тачки, потому что именно тачки можно продать за хорошую такую, прям очень хорошую сумму. Остальное здесь все херня, скины скинами, но тачки лучше, либо вес, вот, либо тачка, либо вес. Ладно, покупаем, была не была, будем до талого тратить деньги, что поделать. Да ладно, ёбаный насос. Это был последний мой кейс. Ну, вот такое открытие у меня получилось. Пишем комментарии, что падало вам с этих кейсов. Окупались вы или не купались, сколько вы открывали кейсов. В общей сложности мы открыли, получается, около 20 кейсов. Это с продажей вещей за Majestic и так далее. И вот, получается, выбили хаммер 4x4. В принципе, неплохой такой выигрыш. У нас их мало очень на сервере. Но на этом буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, дизлайки. Ну и подписываемся на канал.